Не жизнь, а санкции. Как Иран адаптируется к условиям? Если экстраполировать это на сегодняшнюю ситуацию, то многие ждут, что вот в том конфликте, который сегодня развертывается на территории пока Израиля, Иран тоже может сыграть не последнюю роль. С днем рождения, реклама! Мы выпустили более 2000 специалистов по рекламе и связям с общественностью, которые сегодня прославляют наш университет, нашу кафедру в совершенно разных организациях, от Яндекса, Сбербанка и других организаций различных уровней. В Татарстане пошел снег. У нас крупная аномалия наблюдалась по количеству осадков. Так, например, за период с января по сентябрь выпало всего 240 мм осадков, в то время как в норме за этот период должно выпадать более 420 мм. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Камила Насырова. В Казанском федеральном университете прошла лекция Ивана Зуенко, доцента кафедры востоковедения Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел России, ведущего научного сотрудника Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Российской академии наук. В рамках встречи со студентами и коллегами спикер рассказал об основных этапах развития китайско-российских и китайско-американских отношений, а также ответил на вопросы, касающиеся важности сотрудничества с Китайской Народной Республикой и его дальнейших перспектив. Надо понимать, что сегодняшние две лекции являются завершающими некого мини-цикла, который мы начали в прошлую пятницу. В целом он посвящен внешней политике Китая. То есть в пятницу мы говорили о концептуальных началах, основаниях китайской внешней политики, о том, как она развивалась, эволюционировала, к чему она пришла на данный момент. И сегодня мы будем разбирать два главных, на самом деле, для нас кейса. Это кейс российско-китайских отношений и китайско-американских отношений. В целом я хочу рассказать, обосновать, объяснить, почему российско-китайские отношения сейчас действительно справедливо характеризуются как самые лучшие отношения за всю их историю, почему они важны для нас, для обеих стран. А касательно китайско-американских отношений я хочу показать, обосновать, как эти две страны пришли к противостоянию и почему это противостояние имеет, в общем-то, значение в глобальном масштабе. Десятилетия Иран находится под гнетом западных стран, а в особенности Соединенных Штатов Америки. А совсем недавно Конгресс США предложил усилить экономические ограничения. Какова позиция России и к чему приведут ограничения? Соединенные Штаты и их союзники ввели очередной пакет санкций против Ирана. На сегодняшний день история отношений этих двух государств имеет большую подоплеку. Так, первый пакет санкций был введен еще в 1979 году, когда произошла исламская революция. И с тех пор экономические ограничения накладываются на страну с геометрической прогрессией. Америка полностью запретила скупку иранской нефти, а также заморозила все вклады, связанные с Ираном. Нынешнее политическое положение Израиля и Палестины, боевые действия на территории сектора Газа дали толчок в сторону новых санкций по отношению к государству на востоке Азии. В Иране была установлена та модель, которая не соответствовала развитию светского государства. Соединенные Штаты решили, что они, соответственно, могут свергать эту модель, и одним из инструментов использовали санкции. Поскольку во время революционных действий революционно настроенные студенты захватили американских заложников, то, соответственно, санкции трактовались как меры, направленные на то, чтобы, соответственно, вот снять эту напряженность. Да? Вступление Ирана в переговоры по своей ядерной программе, которая позволила бы использовать атомные разработки на Западе, дало повод на потепление отношений, но по итогу ситуация только накалялась. К 2013 году правительство США запретили американским банкам и финансовым институтам производить операции, которые могли бы включать в себя иранскую валюту. Реал. Это означало, что данный вид денег был абсолютно исключен из финансовой системы. Именно неясное поведение внешней политики по отношению к иранскому государству до сих пор делает его страной-изгоем. Если экстраполировать это на сегодняшнюю ситуацию, то многие ждут, что вот в том конфликте, который сегодня развертывается на территории пока Израиля, Иран тоже может сыграть не последнюю роль. Известно, что с территории Ирана обстреливалась территория Израиля. Вот, говорят о том, что это действует Хезболла, вот, но здесь какого-либо второго фронта, тем более серьезных, скажем,
вещей, связанных с объявлением войны и так далее, до сих пор мы не видим. Министерство иностранных дел России констатирует, что США не просто вышли из ядерной сделки с Ираном, а активно мешают работать по ее исполнению другим странам. Что касается российской позиции по отношению к Ирану, то тут все более или менее ясно. Так, в 2022 году власти Российской Федерации инвестировали более 20 миллиардов долларов США для расширения транспортного коридора и торговых маршрутов. Помимо всего, в 2023 году было принято соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара. Это позволит соединить железнодорожные линии России, Ирана и Азербайджана. Все эти факты могут говорить о том, что в текущей геополитической ситуации Иран является дружественным государством для нашей страны. Валерия Карташова, Ленар Гизатуллин, Игорь Афанасьев, Универньюз. Повседневно мы сталкиваемся с рекламой. Она абсолютно везде. На телевидении, радио, в газетах, общественном транспорте или социальных сетях. Но если раньше мы считали за рекламу только сарафанное радио, баннеры на здания или выкрики торговцев, то сейчас это целая отрасль пиар-менеджеров, которые заботятся об имидже торговых марок. Ежегодно в России 23 октября отмечается День работника рекламы. Как в Казанском федеральном университете развивается направление рекламы и связи с общественностью и чем именно занимаются так называемые рекламщики, узнаете в следующем сюжете. Рекламное дело – это целая отрасль, объединяющая разных специалистов. Некоторые из таких – пиар-менеджер, который заботится об имидже торговой марки, копирайтер, занимающийся написанием текстов, и SMM-менеджер, продвигающий компанию в интернете. Не менее распространены и такие вакансии, как дизайнер, ивент-менеджер и рекламный агент. Роль рекламщиков в наше время нельзя переоценить. Благодаря им мы получаем доступ к информации о новых продуктах, услугах или событиях. Также именно они помогают создать оригинальные и творческие рекламные кампании, привлечь внимание потенциальных клиентов и увеличить продажи. А главный плюс направления рекламы, по моему мнению, это то, что ты можешь попробовать себя абсолютно в любой области, потому что ты можешь пиарить как условный какой-то футбольный клуб, так и организацию, которая занимается производством консервов. Ну, такой вайб, знаете. И ты можешь прийти человеком с нулевыми навыками SMM-щика или тем более ивент-менеджера, и тебя абсолютно с нуля научат каким-то азам твоей будущей профессии. Когда поступила, я поняла, что это то место, где мне очень нравится, где знания, которые дают, я буду применять по-любому в своей жизни. И только с течением времени я начала понимать, что я поступила на нужное направление. Мне нравится, когда преподаватели у нас творчески подходят к предметам, к лекциям, рассказывают интересные истории жизни. В общем, просто приятные люди. Ну и студенты все такие интересные, творческие. Кафедра рекламы и связи с общественностью Казанского федерального университета была создана еще в 2003 году преподавателями и учеными вуза под руководством профессора и доктора наук Галины Морозовой. Эта кафедра – одна из первых научно-образовательных центров по изучению публичных коммуникаций в системе университетского образования России. Уже 20 лет Казанский университет готовит специалистов в сфере связи с общественностью, рекламы и медиакоммуникаций. Обучение на данных направлениях ведется по авторским программам и методическим разработкам. Учебные программы кафедры отражают все современные тенденции развития индустрии коммуникаций. Также на занятиях используются интерактивные методы обучения, тренинги, деловые и ролевые игры, создание мультимедийных проектов. Мы выпустили более 2000 специалистов по рекламе и связям с общественностью, которые сегодня прославляют наш университет, нашу кафедру в совершенно разных организациях, от Яндекса, Сбербанка и других организаций различных уровней. Наши студенты обучаются по нескольким направлениям. Реклама и связь с общественностью – это более 690 студентов на сегодняшний день. И 253 студента – это направление медиакоммуникации. Также на нашей кафедре открыты три магистерских программы. В общей сложности на них обучаются сегодня 41 магистрант. Учитывая быстрый рост рекламной индустрии и постоянные изменения в потребительском поведении, день рекламы становится все более важным для обсуждения и прогнозирования будущего рекламы. Для этого на кафедре трудятся специалисты, практикующие в сфере коммуникаций, преподаватели со стажем работы свыше 20 лет, а также начинающие амбициозные педагоги, победители конкурсов пиара и рекламы. Кристина Отекина, Ленар Гизатуллин, Игорь Афанасьев, Универньюз. На протяжении всего 2023 года в Республике Татарстан то и дело происходили резкие изменения в погоде. Лето выдалось жарким и засушливым, а этой осенью ветра достигали до 28 метров в секунду. Что удивительно, метеорологи прогнозируют, что зима будет довольно мягкой и теплой. Чем вызваны климатические метаморфозы, узнаете далее.
23 октября в Казани выпал первый снег. По словам синоптиков, это обычное для республики явление, поскольку в конце октября, начале ноября начинает образовываться снежный покров. До этого гидрометцентр Республики Татарстан прогнозировал осадки в виде дождя или мокрого снега. Большее внимание метеорологов, конечно, привлекает разбор климатических условий ранних месяцев. Лето 2023 года запомнилось очень жарким и засушливым. Урон для сельского хозяйства и водоемов в этот период был огромным. Корма для домашних животных подорожали практически на 50%, а урожай зерновых культур попросту засыхал на полях. Это сильно сказалось на экономике республики, но температурные рекорды на этом не закончились. У нас крупная аномалия наблюдалась по количеству осадков. Так, например, за период с января по сентябрь выпало всего 240 мм осадков, в то время как в норме за этот период должно выпадать более 420 мм. Таким образом, этот год уже вошел в историю как рекордно засушливый, если мы говорим вот про такой период. Говоря про температуру, также у нас большинство месяцев отличились аномалией. Так, например, если говорить про лето, то только июнь был чуть ниже нормы по температуре, в то время как другие месяцы имели выраженную температурную положительную аномалию. Осень также удивила Татарстан теплой погодой. В Казани был обновлен температурный рекорд. Воздух в сентябре прогрелся до 26 градусов по Цельсию. Метеорологи прогнозировали, что и октябрь не будет холодным. Так и вышло. Температура до середины октября составляла в среднем от 11 до 14 градусов, что на 3 градуса больше, чем в предыдущие годы. Зато осадков наблюдалось гораздо меньше. По этой причине Куйбышевское водохранилище очутилось на грани осушения. Такое событие не на шутку заставило волноваться экологов всей республики. Синоптики заверяют, что такие глобальные изменения в климате связаны со всемирным потеплением. Действительно, в климатической норме это нормально. Первый временный снежный покров формируется, как правило, в последних числах октября. В то же время история знает случаи, когда снег шел и в сентябре. Так, совсем недавно, в 2019 году, 23 сентября, шел обильный снег. И, конечно, он не сформировал снежного покрова, так же, как и вот сегодняшний снег не сформировал этого снежного покрова, в силу положительных дневных температур. Таким образом, мы ждем формирования снежного покрова временного в первых числах ноября или последних числах октября. В норме ждем установления постоянного снежного покрова, который останется с нами до весны, и он будет примерно в середине ноября. Обычно в климатической норме это происходит 17 ноября. Зима 2023-2024 года, вероятно, будет средней по уровню холода. Температура будет колебаться в районе 0 градусов Цельсия. Однако из-за климатических изменений возможны периоды теплой погоды, когда дневная температура поднимается выше нуля. В такие дни возможен дождь и мокрый снег. Николай Суховский, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. 20 октября в Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» прошло закрытие фестиваля «Закрытие Целины». Были награждены лучшие студенты, представляющие трудовые отряды, лучшие бойцы, лучший командир, комиссар и методист линейного студенческого отряда, а также лучший студенческий отряд, которым был признан студенческий сервисный отряд КФУ «Волна». Они активно трудились на протяжении 4 месяцев и смогли добиться больших результатов. На «Целину 2023» выезжали 13 отрядов штаба студенческих отрядов, в том числе новый студенческий педагогический отряд «Клевер». Всего в третьем трудовом семестре участвовали 317 студентов КФУ. Им удалось поработать в Краснодарском крае, Иркутской области и Республике Татарстан. Отряды занимаются трудоустройством студентов в летний период, а в течение года у нас проводятся творческие, спортивные, интеллектуальные мероприятия, чтобы студенты сплочались и наше движение росло и развивалось. На этом все. В студии была Камила Насырова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!